Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy M35, а сейчас я покажу вам, как поменять дату и время. Открываем настройки, далее проходим в раздел «Общие настройки», выбираем дату и время, отключаем автоопределение времени, и теперь вручную мы можем установить дату, выбрав день, месяц и год. И вручную можем установить время, выбрав часы и минуты. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.